Департамент по информационной политике подготовил квест для студентов КФУ. По кому ударит весеннее обострение? Весеннее обострение – это такой собирательный термин и включает он в себя не только весеннее обострение, но и осеннее обострение. И вообще обострение – этот термин используется психологами, когда речь идет о сменах времен года. Эксперт КФУ рассказал про рынок труда в IT-сфере. Бутлеров. История жизни. Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Карина Саяхова. Сегодня, 6 марта, в операторском зале Казанского федерального университета состоялся торжественный концерт, посвященный женщинам-ученым нашего университета. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. Инициатор проведения вечера – общественная организация «Лига женщин университета», председателем которой является референт при ректорате КФУ, профессор Института международных отношений Ирина Терентьева. Этот вечер – своеобразная репетиция большого творческого мероприятия, которое пройдет в ноябре этого года в честь 20-летия Казанского университета. О торжественном событии мы расскажем в одном из наших следующих выпусков. Не пропустите. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, наши дорогие женщины, наши уважаемые преподаватели, студенты. В этот солнечный день разрешите вас поздравить с самым замечательным, наверное, самым красивым и добрым праздником – женским днем. Вы знаете, на ваши плечи мы, как всегда, возложили самое сложное, наверное, в том числе и обучение наших студентов, но вы с этим великолепно справляетесь. И мне бы хотелось, чтобы в этот прекрасный день у вас, у всех было чувство гордости за наш альма-матер, чувство радости, и я хочу, чтобы было побольше положительных эмоций. В этот прекрасный год, год семьи, вы знаете, мы приняли решение, независимо от того, мама или папа, если работают в Казанском университете, если у них в этот год кто-то рождается, мы всех стимулируем. 100 тысяч рублей – это будет наш маленький подарок. С наступлением весны студенты Казанского федерального стали замечать необычные послания. Сообщения с подписью «Твой КФУ» появились на лестницах, подоконниках и в других неожиданных местах. Инициатором такой необычной и очень милой задумки стал Департамент по информационной политике вуза. Как это выглядит, смотрите далее. Совершай открытие. Вот что гласит одна из многочисленных надписей, расположенных в Казанском федеральном университете. А что она значит и для чего расклеена, расскажем чуть далее. С 1 марта в зданиях институтов Казанского федерального университета расклеили более 50 надписей разного содержания. От милых и уютных «А ты сегодня поел?» до утешающих «Допка – это не конец», чтобы напомнить расстроенным студентам о том, что все поправимо. Это такой комплексный проект, который реализует Департамент информационной политики Казанского федерального университета. Ну, то есть, вообще не секрет, что мы любим какие-то такие ивентики в социальных сетях, что-то происходящее, что мы делаем, что называется, руками. В общем, департамент по производству всего и вся, можно так сказать. Для чего вообще нужны эти надписи? Так или иначе, для многих учеба является стрессом и поводом для переживаний, ведь от этого напрямую зависит наше будущее. Но также важно не забывать и об остальных аспектах жизни, о чем и говорит нам Казанский федеральный через эти надписи. Позвони близким, не бойся написать первым, высыпайся. Все это акцентирует внимание на том, что может вылететь из головы из-за сосредоточенности на учебе. А ведь главное во всем – находить баланс. На самом деле, да, студент – это очень такое социальное существо, для которого важно видеть поддержку, какие-то знаки там, где они совершенно не ждут их увидеть. Ну, то есть очень часто, работая в университете, ты видишь ребят, которые действительно там попадают на, например, дополнительную сессию. Там отсылка наша, одну из легендарных надписей, что допка – это не конец. Очень часто ребята попадают на доп-сессию, выходят такие грустные, и для них очень важно увидеть вот этот вот знак, который, возможно, кому-то поможет чуть-чуть перевернуть их мировоззрение.
Самое интересное, что помимо моральной поддержки, благодаря этим надписям, можно получить различные подарки от КФУ. Ведь объявлен конкурс. Первые 3 человека, которые сфотографируются со всеми надписями, гарантированно получат оригинальные призы – мерч Казанского федерального университета. А самое главное, друзья, помните, допка – это не конец. Виктория Прохорова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Время года сменилось, теперь в города вновь возвращаются солнце, чистое небо, все зеленеет. Однако с наступлением тепла многие люди стали жаловаться на головные боли, резкие перепады настроения, апатию и повышенную тревожность. Некоторые списывают это на весеннее обострение. Но существует ли оно на самом деле или является простым мифом? Разбирался наш корреспондент. Наступил март. И люди стали раздражительнее, ярче реагировать на события, а потом резко уходить в состояние апатии и безразличия. Организм словно чувствует смену года с первых же дней. Некоторые связывают это с весенним обострением. Но что это вообще такое? Весеннее обострение – это такой собирательный термин, и включает он в себя не только весеннее обострение, но и осеннее обострение. И вообще обострение – этот термин используется психологами, когда речь идет о сменах времен года. Обычно к признакам сезонных расстройств относят не только резкие перепады настроения, но и апатию, потерю аппетита, ухудшение самочувствия и общее недомогание. Острее всего на смену сезонов реагируют пожилые люди, подростки и те, кто обладают неустойчивой психикой. Например, если вот сегодня у нас солнечный день, и мы все радуемся, да, большинство из нас, а вот будет какая-то унылая, тоскливая погода, то многие начнут испытывать грусть, да, как писал Пушкин, «унылая пора про осень», то есть вот эти дождливые дни, серые будни. То есть это все влияет как-никак на наше психоэмоциональное состояние. По словам эксперта, официально в медицине не существует понятия весеннее обострение, а обострение чувств непосредственно связано с изменением гормонального фона. Дело в том, что зимой человеческий организм замедляет обмен веществ, накапливает энергию. Весной же все внутренние процессы ускоряются, и в итоге высвобождается большое количество энергии. Именно поэтому начинают происходить резкие эмоциональные скачки, которые многие списывают на весеннее обострение. Во время пандемии из-за возможности удаленной работы люди начали массово обучаться IT-специальностям. Это привело к затруднениям, связанным с проблемой перенасыщения кадров. Еще недавно с проблемой переизбытка специалистов столкнулись выпускники с высшим образованием в областях права, бизнеса и администрирования, в том числе экономисты и юристы. Теперь эту участь настигла и специалистов в сфере IT. Скорость появления новых вакансий замедляется, а зарплаты уменьшаются. Без опыта в эту сферу будет крайне тяжело попасть. Большой спрос на специалистов и большой хайп связан с тем, что надо вот эти позиции занять. Но по определенным причинам компании невыгодно брать именно существующих специалистов, имеющихся на рынке. Найти работу без опыта, ну, очевидно, сложнее, чем с опытом, но возможности есть, просто это вопрос активного участия в этом студента. То есть, или, ну, человек, который ищет работу. То есть, вот очень почему-то большая такая иллюзия, что, ну, вот, я такой молодец, опять же, вот я тут столько все закончил, 5 в дипломе получил и пришел. Но нет, то есть, на это, как бы, это не главное. То есть главное себя показывать постоянно, главное получать опыт, там, приходить на стажировки, на хакатон, на интервью даже. Вот есть как бы в IT-сфере абсолютно такой, ну, справедливая история, что люди приходят на собеседование не для того, чтобы получить работу, а чтобы себя проверить. Сфера информационных технологий стала лидером по привлекательности для трудоустройства на рынке труда за последние годы. Один из факторов, который этому способствует – зарплаты и их рост. Но в связи с появлением все большего числа кандидатов начального и среднего уровня, работодатели начали снижать уровень зарплат для IT. С одной стороны, вот если посмотреть на цифры кадрового голода, да, то места вроде как хватает всем. Но на самом деле, опять же, поскольку очень много разных позиций, на многие из них, конечно, есть определенная конкуренция, и поэтому, ну, надо себя улучшать, чтобы куда-то пройти. В компаниях айтишных самая требуемая позиция – это, ну, как бы, middle, то есть продолжающий разработчик, не начинающий, а продолжающий. А получается пока что наоборот, из-за такого хайпа, когда много, как бы, было выпускников сразу готовится, получается, что много на рынке начинающих.
И начинаешь, как надо продвинуться в мидлу, чтобы претендовать на эти работы. И тут как бы человек начинает думать, что ему важнее. Ему важнее сейчас там пытаться найти как бы определенные, скажем, ну, определенные деньги для себя. Либо он готов потерпеть, ну, какое-то время, зато получить опыт, который его продвинет немножко на уровень выше, и по портфолио, что у него там опыт работы есть, да, и по скиллам. Современные технологии развиваются настолько быстро, что в будущем могут возникнуть новые проблемы, с которыми столкнется IT-индустрия. Однако, с учетом продолжающегося развития технологий и необходимости их совершенствования, новые специалисты смогут влиться в эту сферу. Арина Арсланова, Тимур Ахметов, Универ-Новости. В год образования Казанского университета в 1804 году уставом университета было предусмотрено создание кафедры химии и металлургии и технологии наук. Активно функционировать эти кафедры стали только в 1830-е годы. Именно фундаментальные работы Зинина, Клауса и их ученика Бутлерова положили начало созданию всемирно известной Казанской химической школы. Жизнь современного человека невозможно представить без химии. Одежда, лекарства, косметика, транспорт – список можно перечислять бесконечно. Конечно, не стоит забывать об ученых и об их выдающихся достижениях. Прямо сейчас мы находимся в химическом институте имени Бутлерова, где и познакомимся с историей человека, в честь которого названо данное учебное заведение. Александр Бутлеров был сторонником экономического преобразования России и рационального ведения хозяйства. Деятельность Бутлерова не ограничивалась только этим. Мало кто знает, что великий российский химик начинал с зоологии. Он учился по разряду естественных наук, то есть на биологическом факультете, и в юности сильно увлекался зоологией, ботаникой и особенно этимологией. Его выпускная работа была посвящена бабочкам волго-уральской фауны. Кроме того, он увлекался пчелами, владел пасекой в своей усадьбе. Свою собственную коллекцию бабочек, которую Бутлеров собирал, будучи студентом, он передал музею в 1881 году. Эта коллекция хранится в зоологическом музее имени Эверсмана, одном из музеев КФУ. Музей обладает практически полной коллекцией бабочек-химика. Она занимает отдельный шкафчик. Еще с детства, со школьной скамьи, он очень сильно увлекался химией и вместе со своими товарищами готовил различные составы для пороха, для бенгальских огней. И в один момент, во время того, когда он в ступке толок различные составы, они сдетонировали, произошел взрыв, и ребята получили небольшие ожоги даже. Вот. Но сильно никто не пострадал, но тем не менее Бутлеру после этого события поставили в угол, и несколько учебных дней он провел вот в углу этой своего класса. Более того, на его шею повесили табличку с надписью «Великий химик». Александр Бутлеров занимает особое место среди знаменитых выпускников Казанского университета. В музее Казанской химической школы находится Бутлеровская аудитория и кабинет, а на здании старой химической лаборатории установлена мемориальная доска. Его имя носит Химический институт КФУ и одна из центральных улиц города. 20 февраля 1860 года Бутлеров в 32 года решением российского императора Александра II становится ректором Казанского университета. Период ректорства Александра Михайловича был поворотным в жизни медицинского факультета. Именно тогда была завершена организация первых экспериментальных лабораторий факультета – физиологической и фармакологической. А самое главное – преподавательский корпус факультета был укреплен ведущими учеными и профессорами. Бутлеров считается на самом деле основоположником русской химической школы. Учителями Бутлерова были Карл Карлович Клаус, и тоже великий химик, открыл первый в России элемент таблицы Менделеева и назвал в честь России рутений. И вот Бутлеров считается учеником Карла Карловича Клауса, но, несмотря на это, он сам, в свою очередь, являлся таким наставником, огромный вклад в педагогическую, отличным педагогом был. И из его учеников можно выделить Марковникова, Попова, Зайцева. Главное направление научной деятельности Бутлерова – теоретические изыскания в области химического строения вещества. Сформулированные им положения химического строения молекулы, основанные на принципе единичной валентности и выяснения феномена изомерии, внесли важный вклад в понимание процессов формирования химической структуры. Энджи Саттарова, Николай Суховский, Универ-Новости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!